Друзья, всем привет! Я хочу вам сегодня показать платформу, где можно заказать себе виза-карту для, например, пополнения любого криптовалюту, ну не любого, а топовых криптовалют, переводы. Если вы занимаетесь в интернете бизнесом, вам обязательно понадобится такая платформа, как ADV Cash. Собственно, что тут можно? При регистрации надо проходить верификацию. Это, по-моему, понятно. И все, по сути, платформа готова для работы. Первым делом я покажу, что тут можно сделать. Вот именно, видите, у меня заказана карта. Просто нажимаете «Заказать карту». И смотрите, друзья, тут можно карту заказать практически в любой точку мира. Что приходит он в течение 2 недель, видите, валюту. Либо выбираете долларовую, либо евроскую. Если вы в России, вот тут можно нажать прямо «Россия». И тут можно, естественно, либо доллары, либо рублевую карту. Что, по-моему, предельно ясно. Цена, ну, я считаю, очень низкая для такого карты. Что выбираем себе, какую карту мы хотим. И начинаем его заказывать. Что, как это, собственно, делается? Просто выбираете карту, я уже показал, там, либо долларовые, либо евроские, либо рублевые, и просто нажимаем на кнопку «Заказать карту». Естественно, заполняем реквизиты. А видите, обслуживание тут совершенно бесплатное. Пополнение стоит всего лишь 99 центов. Ну, неважно, если вы пополните, скажем, на 20 тысяч, все равно пополнение только $1. Возвращать на баланс бесплатно. Снятие, смотрите, тоже фиксированная сумма, неважно, сколько вы снимаете. Есть тут, конечно, какие-то лимиты, но вы можете сами посмотреть, ну, они были довольно-то хорошие и большие. Собственно, чем можно пополнить вот эту карточку? Нажимаем на «Пополнить карту», и вот тут видно, что тут имеются. Ну, тут просто огромное количество систем, откуда можно пополнить. И что самое прекрасное, есть возможность купить криптовалюту сразу из счета. И есть возможность завести сюда деньги с криптовалюты. И это, друзья, совершенно без процента. Вот смотрите, пополнить. Отсюда выбираем, что пополнить. Ну, евро, рубль, например, евро, как в еврозоне, да. И все. Традиционные платежные системы можно пополнить. Просто набираем сюда, ну, давайте наглядно вот так, 100 евро. Нажимаем сюда, и видите, для традиционных тут имеется комиссия. Я уже сказал, для криптовалюты нету. Просто нажимаем «Пополнить» и пополняем. Также можно купить. То есть, извиняюсь. А, да. Но если были бы деньги, пополнить и сразу купить. Можно завести деньги просто банковским переводом, что вам придет реквизит. И еще есть какие-то интернет-банки. Можно пополнить. И вот мой самый любимый часть криптовалюты. Смотрите, тут совершенно без комиссии. Начиная, конечно, до Тезера, что Тезер, к сожалению, уже не читается, видно, как криптовалюты. Вот и все, вот пополнить, идет реквизит, что в течение 15 минут надо завести деньги. И видите, Ripple даже вообще, ну, инстантом идет. Вот такие действия можно пополнить эту карту. Чем он еще очень удобный, если перевод средств, то есть, ну, грубо скажем, вывод. Если вы где-то работаете в интернете, вам это обязательно понадобится. И тоже же, либо на свой созданный кошелек, скажем, видите, как у меня евроский, созданный кошелек сюда, то есть кошелек на этот кошелек, либо на карточку, что у вас созданный, что я только сейчас показал, либо на банковскую карту можно вывести, что тоже перевод в России, для Украины, международные,
Казахстан отдельно, что очень удобно. Банковским переводом тоже можно перевести электронную валюту. Наймайл, то есть это получается между пользователями. Если, например, один пользователь хочет другому перевести деньги, тогда это можно делать через email и получается без комиссии. Вот и сразу можно оплатить услуги из этого ресурса. И вот такой прекрасная, я сказал бы, платформа есть АДВ Кэш. Но я его люблю прежде всего за карту. Что у меня заказана карта, и это очень удобно выводить криптовалюту, скажем так. Что вот, друзья, советую всем заказать карту, вот нажав сюда создать карту, заказать карту и пользоваться с ним по своему усмотрению. Вот как-то так, что если этот обзор был вам полезно, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал, пользуйтесь этим ресурсом, что я сказал бы, что, наверное, самый популярный ресурс в данный момент, где можно заказать виза-карту. Ну и все, зарабатывайте честно и, главное, быстро.